Всем добрый день! Пригнали автомобили для ремонта и передачи ребятам на фронт. Сегодня делаем дефектовку. Вы можете принять участие в ремонте этих машин. Автомобили пойдут на фронт в ближайшее время. Все зависит от того, как быстро мы их отремонтируем. Так получилось, что у нас с братом, у брата было два УАЗика. И тут мы были знакомы с Лошкаревым Павлом. И узнали то, что он адресно доставляет гуманитарную нашу совместную помощь на передовую линию. Да? Предложили, если мы отправим его УАЗики, мы сможем доставить. На что Павел твердо уверенно сказал, что да, мы можем прямо адресно, за какой частью, к друзьям, сослуживцам, к родным, близким отправить. Вот эта программа, включилась эта программа. Мы подготовили машину. Потом нас с друзьями переговорили, у каждого есть друзья, сослуживцы, и скомплектовался небольшой косяк у нас, слесарный косяк, организационный косяк. Бурятия одна наша большая семья, клич кинули, и вот уже на, получается, раз, два, три техники уже лично уже ребята передали, которые вот... Три человека, которые лично свою технику привезли, передали. И уже буквально сегодня идет погрузка трех машин. И сейчас готовится. Вот шесть машин как подготовится. Товарищ говорит, если будет шесть машин, будем вплоть до автовоза. Человек готов подогнать автовоз, загружаем технику и выдвигаемся прямо в этом направлении. И там адресно будем вручать уже непосредственно, за кем закреплена будет техника. Средства жителей Кабанского района, села Оймор. И вот жители попросили, чтобы машина охраняла и оберегал машину. Вот крест, православный крест с церкви послали, чтобы эту машину и кто в ней будет воевать на ней, оберегал и охранял наших воинов. Вот мы по просьбе жителей крепим крест на эту машину, чтобы все благополучно вернулись домой. Сколько лет этому автомобилю? 80-го года, олимпиец. Еще доедет. Обратно домой, надеюсь, приедет. До Берлина точно да, дойдет. До Берлина точно дойдет. Серьезный агрегат, вот помпа, трамблер, карбюратор, стартер, замена, радиатор, замена. То есть сейчас вот прогреваем все, потому что детали все новые, надо все проверить. Главное двигатель. Главное двигатель, мосты, коробка, раздатка, много чего здесь еще. Все проверено. А у вас есть друзья, знакомые, кто там? Ну вот завтра уезжает, взять получается. Уже провожать поедем. У меня было даже своих два УАЗика, я который приобрел для нужд рыбаков, там, для себе на охоту думал. Хоть сам не воюй, пусть хоть воюет техника. И вот все началось с первых двух моих УАЗиков. Все машины мы готовим адресно, то есть разговариваем с теми частями и непосредственно для этих нужд готовим машину. Например, для перевозки раненых мы машину подготовили, там все сиденья все вырезали, что нужно там. Фен поставили теплый. У многих там сложилось такое впечатление, что мы какой-то хлам из-под забора туда посылаем, да? После такого ремонта, который здесь у нас проходит, этот УАЗик еще может там столько же отслужить, сколько он до этого служил. Первые три УАЗа у нас уже вчера была погрузка на эшелон на военный, потому что мы не только их посылаем, мы их здесь с гражданского учета помогаем. Ну, есть люди, помогают, у нас снимают. На военный учет ставятся они, то есть как уже единица военной части, этот УАЗик туда приходит по распределению на военных номерах и дальше продолжает свое дело. Мы собираем средства, помогаем нашим ребятам на СВО. Здесь в данный момент мы присутствуем, то есть наш район собрал 200 тысяч денег, купил машину. Ребята вот здесь восстанавливали ее, и мы передали ее уже в 11-ю бригаду. Машина уже ушла по назначению.
технику передается. Технику передаем. Ой, Кашину, Андрею Леонидовичу передаем на СВО. Техника. Просто помогать надо. Техник скоро будет выполнять непосредственно боевые задачи. Те задачи, которые будут приближать уверенно к нашей общей победе. За день сегодня передали у нас УАЗ, получается, таблетка в руке стоит. И вот квадроцикл. Это с сегодняшнего утра до обеда. Две машины было нам передано. Передают еще Мухоршибирский район, два УАЗика, это у вас Патриот и таблетку, это будет завтра. То есть люди услышали, что нужна помощь военнослужащим не только в продуктах питания, вещах, но и в технике, которой занимаюсь сегодня. Да. Жизнь спасать. Санитарку именно на две машины. Одну делику хотим готовить и хайс. Ну, знакомая там предложила свою машинку. Я съездил, посмотрел. Хайс, это минивэн, автобус. Его будут здесь Паша готовить. Резина, мотор там подчекотить. Сами добровольцами ездили, знаем, чего хватает, там, что не хватает. С машинами категорически плохо. Ребята звонят постоянно. Нужны машины передвигаться. Хотя бы этим, но все равно помощь как бы будет. В принципе, там все хватает. Но вот для такого легкого передвижения в основном наших УАЗиков и не хватает. Легковые машины не пойдут там. Вот, заказывают УАЗики в основном. Вы за это деньги не получаете? Нет, конечно. Свободное от работы время. Да. Нужна еще рабочая сила? Ну, как бы, нужна, конечно. Свободные руки. Сейчас начали вроде как поступать машину, поступать у нас уже. Ну, как бы, нормально делать. Народ стал понимать, управляет машину. Ну, и победа будет все равно за нами, никуда она не денется. Сплощение – это самое одно из основных. Объединяться, сплощаться в одно целое, в один единый кулак и выполнять задачи. Одна из основных задач, как бы, вот для, еще раз повторюсь, да, то, что тыл – это основное. Мы здесь, и гражданские ребята, должны понимать, что войска, они сделают свое дело в любом случае, но тыл, прежде всего тыл должен, они должны знать, что тыл за ними очень крепок, очень надежный, и тогда скорейшая будет победа.